Тату 3D портреты. Объемные реалистичные татуировки, выполненные в стиле чикано. Посмотрите наиболее интересные татуировки этого стиля. А я пока расскажу, что это такое. Слово чикано мексиканское. Если переводить его, получится латиноамериканцы, живущие в США. Мигранты из нищей страны в богатую. Бедность, плохая компания, преступность, банды, убийства, тюрьма. Татуировки в местах заключения, из-за того, что в наличии были только иглы и чернила, выполнялись, да и сейчас это признак стиля чикано, в черных и серых тонах и обозначали принадлежность к той или иной банде. Но бедная цветовая гамма и большое количество свободного времени позволяло сосредоточиться на качестве работы. Татуировки очень реалистичные, объемные, как сейчас говорят, тату 3D, и очень нравятся молодежи. А простые безыскусные темы – любовь, смерть, деньги – легко находят отклик в душе. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите следующее видео.